Всем привет, ребята! В честь того, что первая серия, которая вышла сегодня, набрала 200 лайков, а как было сказано раньше, если серия, которая выходит утром, набирает 200 лайков, то еще одна новая серия выйдет в один тот же день, только вечером. И вот, ребята, держите, еще одна новая серия. Но также не забываем поставить лайк и прокомментировать, за что вам отдельная благодарность. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, пойдем мы дальше прокачивать нашу команду. Мы уже прокачали Глайскора к 40 уровню в предыдущей серии. Ну, там Солрок, поэтому копаться мы туда не будем. Так, ну что, ребята, потопали. Давайте быстренько потопаем дальше прокачивать нашу команду на острове. Сразу же Глайскора, ребята, давайте ему постараемся еще в этой серии прокачать 10 уровней. Если прокачаем, будет зашибись. После Глайскора, ребята, мы, наверное, начнем прокачивать. Дайте подумать. Наверное, все-таки Гардоса, потому что у него есть Thunderbolt. Мы же ему изучили. Так. Поэтому, наверное, будем мы, ребята, его потом прокачивать. Так, Глайскор уже 41-й. А после него, наверное, все-таки Янму, но... А, ну, то, что у нее нету атаки Ancient Power, я не знаю, или она ее изучит там где-то на 30-м с чем-то уровне, или просто-напросто... Я не знаю, ребята. Или просто нужно потом будет новую ловить. Ух, ну туда фиг его знает. Докинем, не докинем. О, нифига себе, как еще попали, снайпер прям. Так. Отлично. 42-й уже, ребята. Еще 8 уровней, быстренько. Ну да, конечно, мы же сначала убивали таких краби 20-х уровней. Сейчас он уже тащит и киндеров, и остальных. Поэтому мы уже, ребята, можем всех убивать. И дается нормально так опыта. Давай, еще 8 уровней. Ну давайте сначала... Твою... Вот ты должен был так увернуться, да? Ну давай, быстро. Чувак, во, наконец-то. Видите, нету Ancient Power. И как потом прокачивать ее, я не в курсе, ребята. Так. Ну, давайте попытаемся убить тренера. Ну, убьем, но если опять выкинет. Потому что была такая фигня. Что когда в бою с тренером выкидывает. О, точно, мы же еще вот эту атаку изучили, Сайзер. Сизер. О, и матчоп, ребята, эволюционирует. Потом нужно его будет в матчампа. Ну, как мы, в принципе, это делаем, да? Ах, действительно, лучше... Извиняюсь. Лучше бы Ancient Power наша Янма изучила. Потому что вроде и у нее только не хватает эволюции. Но, не считая матчампа. Матчок. Ну, еще Манчлакс, точно. Еще Манчлакс. Иди-ка ты сюда. Отлично. Так, тебя еще можно. Арбук. 48 уровень. Замечательно. Ну, давайте этого тренера тоже попытаемся. Ну, да, Пиджот уже летающий, поэтому Иксайзером. Вартортл можно вот этим. Еще раз давай. Вот, отлично. Поливир. Еще один поливер. Так, у нас же точно, у нас же еще поливак есть. Там еще у него одна эволюция есть, которую мы можем сделать ему. Так. Отлично. О, вы тут, дураки, бейтесь. Попадем, попали, отлично. Ну. Ай, случайно ударил, но в принципе этим тоже можно. Давайте вот этим. Отлично, 2000 опыта. Ух. Вот так давайте. Blastoise. Тебе можно вот этим. И еще раз. Ух ты, уже 45-й, нифига себе. Старью. Seeking. Ну, Seeking'а, да. С трех ударов. Немного побольше. Во, отлично. Фу, Янма уже 31-я. Мы вроде уже 2 уровня прокачали. Ну, фиг его знает. Так, ладно. Давайте быстренько сюда. Тут киндлеры еще бегают. И еще раз. А может не эрквиком тогда бить, а сайзером? Давайте, ну, эрквиком с трех ударов. Сайзером, ну, в принципе, где-то тоже так. Так, главное, не убивай нас. Уже 46-й. Отлично.
Твистер. У нас есть Dragon Rage, поэтому... Не, ну Твистера нормальная атака, но я не вижу смысла, ребята, мы же и так тут будем качаться только Тандерболтом. Ну, может, иногда Dragon Rage'ем, а вот эти все атаки, то есть... И пользы не приносят, и тупо будут там валяться у нас. Те же конфузы в других покемонах, которые там приносят пользу на серверах и на вот это все. Но тут, в принципе, в одиночке в этом нету смысла, чем убивать покемонов с двух, с трех ударов. Или с конфузом убивать его там тоже с двух, с трех ударов, только чуть-чуть дольше, потому что еще конфуз нужно использовать. Так, киллер, иди-ка ты сюда. 47 уровень. Давай, давай, поднажми глайскор. Тебе еще... Ой, кончилось вот это. Там босс, но я не вижу кто. Арбок. А, ну да, вот он. Просто не видел. По цвету так как-то. Так, давай, Арбок, дай, дай нам. Дай нам 48 уровень. Отлично. Так, еще и выпало что-то нормальное. Так, ну тебя нету смысла. Давайте электрода. Отлично. Давай, 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 давай. Тебе еще два уровня и все. Ты можешь быть свободным, чувак. Еще два уровня. И можешь глайскор лететь себе, куда ты там хочешь. Так, еще сюда. Ой. Вот эта хрень, которая прыгает как-то под землей. 49-й, да? Опа, отлично, 49-й, ребята. Там босс, но он где-то в воде. 31-й, ну давайте еще. О, ну фирова, да, нету смысла от квиком бить. Поэтому давайте вот этим, сайзером с 4 ударов. Еще один, ты что, издеваешься? И еще раз. Farfetch'd. Ну тебя тоже, в принципе, нету смысла бить. Это квиком. Зато с трех ударов мы тебя сейчас. Опа, Ancient Power. Офигенно. Че бы тебе, давайте вот это. Отлично, ребята, Ancient Power. То есть еще один уровень ей прокачать, да? И она уже вроде должна эволюционировать. Янма. И нашему глайскору тоже, ребята, меньше, чем полуровня осталось. Фу. Ну что, ребята, давайте еще попытаемся. Farfetch'd быстренько убьем. Ну, как бы, быстренько. Так. Отлично. Глума. Не Марипа, я сказал, а Глума, я сказал. Не Пласла, я сказал, а Глума, я сказал. Во. Так, давайте вот это. Ну, давайте еще вот этого убьем. Там что у него, Тентакул? Ну, отлично. Мэджикарп. Все, два покемона. Ну, ладно. Крабби. Ну что, давайте. Давай. А, он уже 50 уровень. Замечательно. Ну что, ребят, тогда идем домой, быстренько поспим. Хаус. И все. Так, нет, сначала не поспим. А это что у нас? Shadow Control. Сначала выкинем все наши вещи, которые, ну, нам не нужны. Это. Отлично. Потом это все поскладываем. Так. Ой. Да чё ты, никак морковку не могу взять. Открыл рюкзак, достал факел, но нет, на хавчик ты не переключишься. Так, мочок. Ребята, давайте тогда уже и мочок эволюционируем, что уже тут ждать. Гемот. Твою фуражку. А мальчик случайно несчастьем эволюционирует? Я не знаю, ребята, вроде счастьем он должен эволюционировать. Я не помню, но я, ребята, не помню. Но, наверное, все-таки он счастьем эволюционирует. Вот я про это забыл, а. Вот. Офигенно. Так, ну, сначала давайте тогда уже эволюционируем мачока. Гемот. А, ну, в принципе, он уже включен. Так. Это сюда. Чё за фигня? Да чё за фигня? Во. Не могу взять что-то. Так. Мачок. Вот ты. Ой, опять размножилось. Так. Берем нашего. Удаляем. Так. Тогда сюда. Покеспаун. Какой? Мачам. Шайни.
Так. Отлично. Все, можно выключать. Так, это тогда вот сюда, это вот сюда. А он сразу 60-м заспавнился, это не очень. А там можно уровень выбрать. Левел, я не знаю, каким он там был, вроде 36-м. А, вот так. Читер. А, ну да, я 360-й включил. Во, вот это другое дело. Я, ребята, немного не то, вот. Вот так. Фу, ну все, вот сейчас уже 100%. Это опять размножилось? А, нет, не размножилось, нормально. Тогда, ребята, сейчас мы опять это. Этого тогда убираем, а берем. Потому что если бы я себе оставил 60 уровня, вот это бы уже действительно было читерса. Но, ребята, я не оставил, поэтому нормально. Так. Это сюда. Это сюда. И вот так. Отлично, ребят. Сейчас нужно Манчлокса будет эволюционировать. Я действительно, ребят, я просто забыл, что он эволюционирует счастьем. Но у него там уже вроде 70 есть. То есть, если он за нами будет бегать, если мы его будем кидать в бой, ну, ему еще 20 уровней осталось. Поэтому, ребята, он еще успеет, мне кажется, прокачаться. Так, потопали быстренько. Ты за нами там бегай, Манчлокс. Набирайся там счастья, чтобы уже эволюционировать. А мы пока тут убьем, кто тут у нас. Так, тебя тогда тоже в бой кидаем. Опа. Глайскор, ну давайте Глайскором. Ух ты, это что-то новое, такое у нас еще не было. Так, Манчлакс, давайте домой. Чтобы не бежать, а быстренько тпхнуться и дальше потопать. Так, сюда. О, видите, каждый раз, когда я вот так тпхаюсь, первый раз в новом дне, они почему-то спавнятся. Я не понимаю почему, ну ладно. Так. Ну, Мачамп, ты за нами бегай. Посмотрим сейчас. У тебя 73 счастья. Через пару минут мы посмотрим, чтобы там уже не знаю сколько было. Так, тогда вот это тоже нужно поменять. Это сюда. И это вот так. Сейчас уже у нас, ребята, будем Гардуса качать. Тандерболт. Ух, Лапрос там с трех ударов, да. Ну, в принципе, Гердесу тоже не так уж много урона наносят, что, в принципе, нормально. Отлично, вылечим. Давайте еще тебя. Еще раз. Его, ребята, в этой серии, я не знаю, если прокачаем к 37 уровню, будет уже классно. Опа, Dragon Rage. Ты тут больше ему урона наносишь. Ну, в принципе, да, понятно, что больше, но... Если бы ты еще не хилился, было бы вообще офигенно. Так, давайте. И дальше. Дальше, 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 дальше. Ты уже 32-й. Еще если этого убьем, то ты уже будешь где-то 33-й с половиной. Мне так кажется. Так. Эти чудики. И эти двое дерутся, и эти двое дерутся. И вообще ни на кого даже напасть нельзя. Ладно, там у нас киллеры есть, поэтому бежим туда, ребята, быстро. Еще вот этого можно. Ну дай нам 30, 30, 34-й вряд ли ты дашь, ну, близко к 34-му может. Опа! Вот, ребята, Янма эволюционирует. Замечательно, давай. Прокачивайся. Тогда еще не хватает эволюции Манчлокса. И все. Если бы мы его на раскачали. Если бы мы его назад, если мы, что я хотел сказать вообще, не назад, а если бы мы его сразу качали тогда, когда мы взяли и поставили бы на него шапку, которая прокачивает счастье, то он бы уже, наверное, сейчас уже бы прокачался. Ну вот видите, ребят, нормально, уже практически 10 счастья выиграл. Вот, ребята, Ян Мега. Отлично, и Мачампа тоже можно показать, шайни такой желтенький. Ну что, потопали. Так. Ну ты за нами бегай, да? Тебе нужно выигрывать счастье.
Капут, хрень какая-то. Ух, нужно было тебе, наверное, вылечить. Так. Акватил. Ух. О, ну ладно, сам напал. Ну ладно, тогда, ну в принципе, да, давайте. Ну, Глайскор, хочешь в бой? Ну давай. Еще раз. Отлично. Вылечим. А может тогда так будем, ребята? Сначала кидаем его в бой, потом сразу меняем на Гардоса. И им деремся, чтобы и уровень шел Манчлоксу. Потому что если он просто будет гулять, то уровень ему не будет идти. И это не очень. Отлично. Так. Манчлакс. 27-й. Ну, на 27-го нету смысла кидать. Поэтому вот так. Сейчас Манчлакс. Опа. Гвардос. Давай в этой серии, чтобы хотя бы к 37-му, 8-му тебя прокачать. И... Ой, кончилось вот это. Отлично. Давай, давай. Опять тебе. Быстренько, быстренько. Не, в принципе, ребята, такая, знаете, нормальная команда получилась. Трех покемонов мы тут можем спокойно прокачать на этом острове. Ну, давай, ты уже вали его. Наконец-то. Так. О, вот иди, этот еще до сих пор там плавает. На перехват! Группа захвата! Я не знаю, где он, то есть... А, у, нифига себе, как попал! Вряд ли мы его, конечно, убьем. Да, такой накинул, думаю, а, ну ладно, то есть попал, чё тут. Сейчас мы ему два раза стукнем, мы его убьем. А я забыл, что у нас покемонов-то нету, чтобы его стукнуть. Еще мы сейчас даже убежать не сможем. Ну да, против легендар. А, нет, о, нифига себе, как-то... О, там еще и шайни. Крабби. Ну, Крабби у нас уже шайни есть. Ты не успел заспавниться, сразу в бой вступил. Вот ты дурачина, а. Как это вообще возможно? Стоит себе Кингер. Я стою и кидаю такой. А, Манчлакс, давай, вступай в бой с Кинглером. И когда в полете Манчлакс летел на Кингера, сразу же заспавнился вот этот чудак и сразу же вступил в бой с ними. И мой покемон пролетел и ему написал, что он уже не может вступить с ним в бой, с тем в бою, потому что на него уже другой напал. Офигенно, ты прям заспавнился, прям так в полете, знаете. А, чувак, ладно, давайте. Зато мы тебе сейчас... На, 37-й. За то, что ты Кингера убил. Манчлакс, давай-ка ты, давай-ка ты. Ну? И еще раз. Ну, давайте еще Манчлаксу прокачаем один уровень. То есть к 32-му, да? И посмотрим, что там у него... Ну, сколько счастья, в смысле. Так. 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 Ну да, если ты лечиться будешь, то, конечно, мы тебя не знаю, сколько будем бить. Отлично. Ну чё ты, Манчлакс, прокачаешься, не прокачаешься, еще один уровень. Давай, Гардос, тебе еще тоже половинка. Да чё, почему он меняется? Чё-то вот это не догоняю. Я нажимаю на бой, он как-то на другого покемона, что ли, меняется или что? Извиняюсь, так. Ну что, сколько у тебя там? 110. Ну, ладно, побегай за нами. Попрокачивай себе счастье. А мы пока обычно Гардоса прокачаем. Обычным способом, чтобы не затягивать этой серии, прокачать его как можно быстрее, ну, хотя бы к... Ну, он уже 38-й, давайте попытаемся его прокачать с 40-му уровню. Так. Ну. Отлично. Давай быстренько саму рота. О, уже 39-й, нифига себе. Отлично. Дальше.
И еще парочку раз. И еще. О, отлично. Все, ребята, он уже 40-й уровень. Что-то мы его как-то быстро прокачали. Нифига себе за бластой задали. Уровня. Ровно так один уровень вроде. А Янму чем качать? А, у них тоже нормальная атака. Ну да, на него уже вроде эксайзер можно изучить. Так. Кто тут еще? Вижу. Гардус уже 41-й, ребята. Мы его к 37-му хотели. Он уже 41-й. Так. И еще раз. Отлично. Потом я не знаю, как Матчлокса прокачивать. Потому что он сейчас опыт теряет, можно и так сказать. Он же не получает опыт, он просто за нами бегает и счастье там выигрывает. Так. Кого еще? Давайте еще этого Кимбера. Он уже 42-й, ребята, наш Гвардос. Ух, если мы сейчас вот этих всех Кимберов поубиваем, там нам еще где-то парочку уровней дадут. Так. Быстро, пока они все не пропали. Отлично. Еще тебя быстро. Попади, пожалуйста. Отлично. О, ну ладно, ты сам напал. Так. Там еще Кингер, но он далеко. То есть там слева, если вы видели, вот он плавает. Да мы фиг докинем. Да бросим вот это. Да. Ух, воду его случайно кинул. Наконец-то хотя бы попал. Так. Так. Так, отлично. Ну давайте еще тебя быстренько к 44-му прокачаем. Если получится. Не вступай там, ты в бой не нужно. А то вы любители такие. Так, ну давайте еще вот этого и все. Можно закругляться. В том смысле, что на эту серию хватит, мне так кажется. Ну, это такое. Так, ладно. Все, больше никого большого уровня нету, нету. Домой. Какой-то сколько там у Манчлакса? 122. Нормально, ребята. Еще ровно 100, и он уже эволюционирует. Так. Выкинем. Отлично. Матчам 39-й. Я мега 37-й. Ну, Манчлакс теряет опыта. Ну, Глайскор уже тоже у нас, ребята, 51-й. Ладно, давайте на этом уже закончим эту серию, ребята. Вторая серия за сегодня. Извиняюсь, то, что она вышла с опозданием. Я уже говорил, почему. И потом, может, поменяю немного расписание, ну, выхода серии. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.